Турецким участникам презентовали возможности ведения бизнеса в Беларуси, а также инструменты продвижения внешней торговли, предлагаемые Национальным центром маркетинга и Белорусской универсальной товарной биржей. Стороны также обсудили перспективы развития деловых контактов в области машиностроения и продовольствия. В столицу приехали представители 13 турецких компаний, специализирующихся на производстве упаковочных материалов, деталей для автомобильной и сельскохозяйственной техники, мебели. Турецкая сторона заинтересована в импорте мяса, подсолнечного масла, продукции деревообработки.